Одессу с Грецией связывает очень многое. Ведь на территории нашего города в древности существовала греческая колония. И само название Одесса имеет греческое происхождение. А топонимические названия – Греческая улица и площадь, Морозлиевская улица – говорят о вкладе представителей дружественного народа в развитие нашего города. Еще одно связующее звено в этой цепи – православная вера. Это праздник, который для многих людей – является духовно-государственным праздником. Это праздник, который является собой символ того, как церковь, как вера является душой народа, как церковь является умиротворяющим началом, так и церковные праздники, такие как этот праздник, для всех нас является основой особого оптимизма и радости. Греки Одессы помнят о своих корнях, изучают историю, соблюдают традиции народа и отмечают национальные праздники. Борьба за свободу всегда связывает людей с разных стран. Я 52 года прожила с мужем, он грек по национальности. Первое время его преследовали за греческую национальность. 25 марта всегда был для него праздник, и я с ним питала все греческие корни, которые были близки ему. В этот праздничный день в Свято-Троицком греческом соборе собрались прихожане разных национальностей. Для одних это семейный праздник, для других – возможность поздравить представителей греческой диаспоры. Пожелание всем-всем грекам, так как это народ православный, чтобы они в своей вере утверждались, чтобы они стояли так твердо в своей вере. Для православия Греция – это страна, которая имеет древние традиции, и много святынь оттуда привозится. Мы очень трепетно все относимся к этому. По словам православных верующих, во время праздничных молебнов атмосфера в храме особенная. Архиерейские службы, они всегда отличаются от простых. Некая особая благодать чувствуется, она витает просто в каждой молекуле воздуха.